Велосипед был пристегнут специальным замком к перилам. Были изъяты отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемого преступника. При опросе жильцов дома выяснилось, что в то время, когда была совершена кража, во дворе находился подозрительный молодой человек. Словесный портрет был передан всем патрульным нарядам. В итоге был задержан 18-летний ранее несудимый соученец. Он признался в совершении преступления, а также еще в 6 кражах в Адлере. По его словам, похищенное он сбывал в соседнем регионе неизвестным лицам. Деньги тратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.